Спектакль, на который вас приглашают автор пьесы, лауреат Всероссийской премии «Золотой венец Победы» Валерий Калинкин и известный режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств России Аркадий Светлов, это сценическая повесть о высокой и чистой любви, о верности избранному делу, о смертельной схватке добра и зла. Нет в нашей современной жизни того дня, когда бы сводка телевизионных новостей или газетная подборка не привнесли бы в наши мирно живущие дома очередную сводку о том, что где-то полыхает огонь войны и льется человеческая кровь. И тогда мы начинаем понимать, что не для всех из нас мирное небо над головой такое уж мирное. Действие спектакля унесет вас в недавние дни боев на многострадальной сирийской земле, куда героя пьесы привели воинский приказ и собственное чувство интернационального долга, и где прошла суровую проверку его любовь к русской девушке-медсестре. На этой земле и сегодня еще далеко до мира и благоденствия, и сегодня несут на этой земле трудную службу наши парни-интернационалисты, призванные не допустить новой вспышки агрессии со стороны недругов ближневосточной страны. Герой пьесы, капитан спецназа Артур Сафонов, один из этих парней. Всех, кто хочет познакомиться с ним и другими причастными к сценическому действию людьми, творческая группа спектакля приглашает 28 мая в 19 часов в Дом культуры имени Луначарского на спектакль, премьера которого успешно прошла в ноябре прошлого года в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. В спектакле заняты заслуженные артисты России Любовь Руденко и Валерий Семин, актеры театра и кино Александр Цуркан, Максим Коновалов, Артур Руденко, Наталья Гнатюк и Матвей Фролов. В спектакле с песнями принимает участие известная певица, лауреат телефестиваля «Песня года» и премии «Хрустальная роза» Виктора Розова, член Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство», актриса театра и кино, удостоенная медали участнику военной операции в Сирии Ирина Шведова –